едем всей семьей на Хилок. Часть вторая. 13 июля. Хорошая погода. Дети, передайте привет. Привет! Как настроение? Хорошо. Вот приехали на такое место. Ну, Марк, что скажешь? Тебе нравится? Да. О! Смотри, журавли на том берегу. Лена, журавли, два журавля стоят. Дочь настолько мощная, что накачала матрас. И теперь круг еще накачает. О, поплыли. Сейчас поплывем, не переживай. Ты правильно сидишь? Что ешь? Нашел кусок. Марк выучил один стих теперь на все года. И в школе будет рассказывать. Назад. Новый год это чистый зон. Ты на Хилок приехал? Спасибо.
Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you. Вот отдохнули на нашем месте. Теперь это наше место. Да. Как впечатление у детей? Все понравилось? Да. Еще приедете? Угу. Класс. Вот. Папа, а дядя пришел и залез. Одна голова торчит.